Связь поколений. Сегодня в Алтайском колледже промышленных технологий и бизнеса состоялся митинг, посвященный 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Память погибших почтили минутой молчания. В 9-й день ликующего мая, когда легла на землю тишина, промчалась весть от края и до края. Мир победил! Окончена война! Праздник мира. Торжественное мероприятие с возложением цветов прошло у памятной стелы погибшим воинам Бийского мясоконсервного комбината. Отметим, что история колледжа как раз начинается с военных лет, октября 1941 года. Именно тогда учебное заведение было открыто как фабричное заводское училище. Еще 4 года назад памятный знак находился на территории предприятия. Однако его удалось перенести благодаря проекту «Живая память», который получил поддержку на форуме «Алтай. Точки роста». И теперь возле него всегда проходят мероприятия, посвященные Дню воинской славы. Сегодня почтить память тех, кто защищал родину в тяжелые времена, пришли студенты, а также ветераны мясоконсервного комбината и колледжа. Некоторые из них находили имена своих родственников на этой стеле. На стеле нашего колледжа есть фамилия моего отца, Ковалева Константина Васильевича. Воевал он на Воронежском фронте. Был командиром минометной роты. Полгода всего лишь пришлось ему повоевать. Семья, конечно, очень переживали. У него было 5 сестер, и он один единственный брат у бабушки с дедушкой. Сложно было, тяжело им, конечно. А еще тяжелее было моей маме.